Ну вот, ребятки, немного фартануло. Вот, попался следок. Куница на здоровый. Хорза, вот, вот. Ищи. Вот, 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 вот. Давай, 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 давай. Давай, доча, давай. Я с тобой потихоньку пойду. Здоровый какой след. Ну все, с Богом. Идем. Следок-то вот, наверное, под утро сейчас. Утрешний. Мужики, этого надо брать. Сам Бог велел. Свежак. Вот она, харза идет. А вот след. Вообще не отличается ничем. Ну, может быть, конечно, час разницы. Пусть даже два. Вот тут к березке сходила, она тут что-то поглядела. Пускай я сейчас не свершил ли. Вот смотрите, свершил. Смотрите фишку. Вот идет. Видите? Вот шел. Вот зашел чуть мусор. И вот смотрите, если видно, борозда какая пошла. Вот прям борозда снеговая. Вот. И все, вот она борозда прям. И харза туда пошла, вот по ней. Ну и я пошел. А как иначе? Говнюк хитрый какой. Идет, значит, верхом. Где-то спустится. Опять наверх. Спустится, опять наверх. Ну, благо, хоть харза чувствуется по сорку. Ну, вот харза прошла вот под деревом. А вот он наверху. Видно прогал. Ну, идет как бы уверенно все-таки. Тут как бы не сглазить, конечно. Но там что-то я не знаю где. Осинник, если сейчас. Вон впереди сушина какая-то, трещины. Может, туда зашел, не зашел. Сейчас в делянку может зайти. Ну, идет, я думаю, надеюсь, уже на дневку. Либо вот ходовой мотается. Не знаю. Осина, это береза вон сухая. Может, дуплистая, не знаю. Вон осина стоит. Вот, видно ее чуть-чуть. Щель вовсю. Я сильно не буду харзу догонять. Вдруг ей где-то крутнуться надо будет. Ну, что-то она чувствует его прям. Запах хорошо. Как бы идет. Ну, пусть идет. Лишь бы не в ту осину. Это будет жопа. Потому что от нее я, грубо говоря, тут вот 500 метров. Ну, иду. Слушает, слушает, стоит. Так, сушенька-то идет. Ну, вот он, видно, вот, сыпался. Снег, светка. Идем, идем, идем. Ребят, прикиньте, даже делянкой везде идет в основном верхом. Вот, спустился, кстати. Чуть. А там смотрел я сейчас. Верхом шел сквозь. Лось вот опять тут. След. Ну, это тот же. Просто вышел он на дорогу, по которой вот я сейчас иду. Вот, что-то, надеюсь, уж нет здесь дупла-то. Она что-то заметалась, харза-то, вот. А может, ей в кучу? А что ему здесь в куче делать? Так, отключусь пока. Если в кучу, может вылететь мгновенно. Да, ребят, походу, в куче. Услышал.
куче, в куче. Вот единственный с кучи выход. И он весь в снегу. Так, отключайся, а то свалит. Смотри. Сейчас не очень много осталось. Она ушла. Вон она! Вот она, вот она! Вышло, я не видел где. Даже. А где же она вышла-то? Вот, ребят, иду до Харзы. 480. И вот чуток еле-еле слышно ее. Долбит. Лай 70-80 показывает. Иду от высоковольтки недалеко. Сейчас лиса вон вышла, меня увидела и свалила. Рыжая-рыжая такая. Огневка, наверное. У нас мало их, в основном мешенки. Чернобурками они, наверное, другие немножко окрас.
от края недалеко, прям вот она прошла здесь метров 100-150. Вот 426. Наверху, наверное, сел, сидит. Ему тоже по снегу сейчас не айс. Но идти тяжело. Все равно. Идем. Долбит, миленькая. Около делянки. Это делянка, где я первый каменную куницу добыл. Ну, в принципе, вообще первую. Нашли мы с Саяном. Все, пошел. В нее. 10:45. Долбит, доченька, долбит. Спортивный кот. Еще не вижу пока. Где он? Меня сейчас увидит, пойдет ходом, наверное. Или в дупле. Может, и в дупле. Она на дупло орет. В дупле, походу. Да. Она низко, что ли? Че, милочка, залез, да, козел? Наверху нет. Да, вот щель. Щель есть. Тут-то, да? И вон есть вверх, пусто. И вот. Хорошо, дочь, умница. Умница, малышенька, умница. Умничка. Ну что, вызволяем, господин. Вытоптал все, харза. Дочь, а где ж ты сюда зашла-то? Оттуда. Сейчас выйдет. Попробую, видно, нет? Я его слышу. Он сыпется. Самый эффективный дымовух пожарный. Резинку зажигал, даже не шевельнулся. Вот зажег с кусочком у меня был в дымовушке и пожарная. Сразу фырчал, кислород выжигает, дышать нечем. Сначала там, смотрю, запыхтел. А сейчас вот морду вот тут вот высунул. Посмотрел на меня и назад залез. Ну что, с Богом, пробуем выгонять. Надеюсь, видать. Вот шуршит. Неужели вышел?
Наверное, выше. Не знаю, ребят, заснялось, не заснялось. Вот, достал, короче, я его. Так достал, он на пруд намотал. Вот такой вот. Все, сворачиваемся, идем на ту кучу. Нечего время тянуть. Вот я сейчас в делянки назад пришел. Я все насчет сомнения того, тот ли это кот или нет. Выхода я так и не видел. Вокруг куча. А вот тут вот. Вон. Мусор, видите? Вот он. Это может быть ходовой какой-то. Вон вижу, вон мусор. Вон, видите, да? Тоже. Ищи. Вот ищи, хорошо, ищи. Ну это сто пудов куница. А то, может, я пока там в куче, говорю, ковырялся. Может быть, какая-то другая пришла ходовка. Тепло же. Вот лежит. Вот снег нападал сколько. Вот у меня и возник вопрос. Ну, сейчас я на кучу подойду, проверю там все. Ну вот, мужики, наш этот кот был. Я просто его здесь профукал, он вылетел сзади меня, походу, откуда-то. Вот он поднялся. Вот. И пошел туда. И там уж вот я его хорошо услышал. А тут и не слышал. Где вылетел, не знаю. Ну, где-то, наверное, вот здесь вот, может, она раскопала мне. Откуда здесь можно вылететь, в принципе, чтобы я не увидел? Не знаю. Ну все, сворачиваемся. Вот машина у меня стоит вот по этой дороге, по которой я сюда сейчас пришел. То бишь, вот по этой дороге. А машина там или не машина, досмотревших видос, ждет. Ну, как для меня была хорошая новость. В общем, мое новое приобретение. Так что пока не прощаюсь. Ну что, ребят, вот мы и на месте. Посмотрим, кто до конца досмотрел. Вот такую вот псину я себе приобрел. Не вот эту, вот эту. Вот в ящике она у меня ездит. Высоковат, конечно. Чересчур. И чересчур длинноват получается в санях. Я сижу, короче, у меня ноги даже вот до борта только достают. Чё, Харза, укладывайся сейчас. Поедем. Фирма Истем или Истем. Не знаю, как правильно. Кобыл 7. Да, знаю. Маленький. Да, знаю, слабенький. Да, знаю, гусеница у него 380-я, маленькая. Но по расходам и доходам. Вот. Точнее, по доходам и расходам. Ну вот, в общем, самое главное он делает. До места меня довез. В общем, как-то вот так. На машине сейчас уже никуда не сунешься. Ниву пускай немного отдыхает
Она и так в этом году покатала меня. Так что вот такая вот обновочка у меня. А ящики обязательно поменьше сделаю. Харза там может даже поперек лежать. Сенца ей кинул туда. У нее ноги все стертые до колен. Вот она и ходит, их облизывает. Ну все, сворачиваемся. Поехали домой, время. Сейчас точно прям скажу, сколько. Ну нет, может даже и не скажу, конечно. А, 14:39. Без 23, короче. Вот. Ну все, поехали. Харзюх. Эй. О! Че? Поехали? Поехали мы домой. Всем пока, кто досмотрел, спасибо.